Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава Карачаевской Черкесии Рашид Тимризов отметил, что это историческое, ответственное, выверенное решение главы сильной державы и выразил уверенность, что для жителей ЛНР и ДНР это событие стало лучом надежды на лучшее будущее и, главное, на мир и стабильность. Первые 20 тонн гуманитарной помощи сегодня отправились из Карачаевской Черкесии беженцам Донбасса и Луганска. Главой региона Рашидом Тимризовым было дано поручение правительства республики депутатам, однопартийцам, волонтерам сформировать груз с товарами первой необходимости. Карачаево-Черкесия в числе первых 23 регионов России отозвалась на призыв о помощи беженцам. Подробности у Артура Мхце. В этом грузовике имеется почти все, что на первое время непременно понадобится тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Желание помочь людям изъявили депутаты, руководители районов, волонтеры, представители бизнеса. Всего за несколько часов было собрано 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Огромная благодарность тем организациям, тем людям, которые откликнулись на этот призыв. Сегодня с Карачаево-Черкесии выезжает первая часть гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые оказались в этой сложной жизненной ситуации. В этой машине товары первой необходимости, средства гигиены, продукты питания, вода, напитки. Эти машины мы будем отправлять на регулярной основе. Далеко не все, кто хотел принять участие в гуманитарной миссии, успели в кратчайший срок собрать необходимое. Поэтому такие отправки помощи беженцам будут продолжены. В настоящее время в республиканской столице открылся центр сбора гуманитарной помощи, который действует на базе регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Тем временем молодежь Карачаево-Черкесии также решила поддержать людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Около стелы «Дружбы народов» был организован флешмоб под девизом «Своих не бросаем». Но мы представляем волонтеров нашей академии, и мы хотим этим всем показать, что мы поддерживаем действия нашего президента. Мы хотим показать людям, что мы их поддерживаем, потому что это очень важный шаг как для нашей страны, так и для жителей Донбасса и Луганска. Это все делается ради того, чтобы мы все жили под мирным небом. Мы все прекрасно видели, как были счастливы жители этих двух республик и надеемся на светлое будущее. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.